Привет! Ты снова на канале IT User Help, и в этом интересном видео мы поговорим об одном интересном приложении на смартфон Android, который позволит тебе изменять историю звонков, имя, номер телефона, длительность, а также добавлять, как будто бы ты звонил по какому-то номеру и разговаривал определенную длительность. И для этого нам нужно перейти в Play Market. И вводи английскими символами, так как ввожу я. Call, Log, Editor and Backup. Нам нужно скачать такое приложение. Вводи Call, Log, Editor and Backup в своей поисковой строке. Вот так выглядит иконка, так выглядят скриншоты. Приложение имеет очень хороший рейтинг 4.4 и более 100 тысяч скачиваний. Нажимаем установить, ждем. Приложение скачалось, ждем установки. После того, как установилось, нажимаем «Открыть». Открыли, и здесь у нас есть такие пункты, как Call Manager, Backup и Restore. То есть через него ты сможешь, через Backup ты сможешь сделать резервную копию всех звонков, через Restore восстановить то, что ты делал раньше, Backup. Но нас интересует больше Call Log Manager. Через него можно редактировать звонки и добавлять новые. Нажимаем «Разрешить», «Предоставить разрешению доступ». И дальше мы вот здесь видим наш Log Manager, который показывает нам из нашего телефона то, куда мы звонили в последнее время. Вот, например, видите АК-47, вот он номер 722, и здесь видите, вот он, этот номер. Мы можем что сделать? Мы можем изменить этот номер, как будто бы мы звонили на другой номер. Можно установить длительность. Часы, минуты, секунды. Например, мы разговаривали 10 минут и 5 секунд. И нажимаем «Update». Все, теперь мы не звонили Вите АК-47, а мы звонили вот по какому-то номеру такому. И теперь, когда мы заходим в телефонный родной журнал звонков, мы видим, что тот номер пропал, появился другой. То же самое можно сделать и с любым другим номером. Можно полностью удалить номер один. К примеру, мы звонили по телефону Алена Даст, вот номер телефона, 236 заканчивается. Мы заходим сюда, находим наш номер 236 и нажимаем «Delete». «Delete» — это удалить, «Update» — это внести изменения, которые мы здесь сделали, то есть изменили номер, либо установили время. Но в нашем случае мы хотим, например, удалить. Нажимаем «Delete», «Confirm», «Подтвердить». Все, после этого мы переходим в родной менеджер. И должно пропасть, но просто я здесь два раза звонил, поэтому надо еще раз удалить.
236, delete, confirm, и еще раз 236, все удаляем, что с... Все, по этому номеру как будто бы я больше не звонил. Все, удалилось. Алена даст, мы не звонили. Также можно добавить, сделать, еще раз, так как приложение на английском, еще раз хочу рассказать о том, что значит каждый здесь символ и написание. Здесь номер телефона, мы, если хотим изменить номер телефона, сюда вводим. Здесь мы устанавливаем, если хотим изменить длительность звонка, это часы, это минуты, это секунды. После этого нужно нажать update, это как будто бы сохранить. Update, то есть мы сохраняем наши изменения. Cancel, это если мы передумали. Delete, это если мы хотим удалить номер вообще. Здесь стоит по умолчанию, это как будто бы это outgoing, это стрелочка, это исходящий, то есть это был исходящий. Incoming, можем поменять, что это был входящий, то есть мы делали исходящий звонок, а можем поставить на incoming, теперь этот будет отображаться как входящий. И можем поставить outgoing, это неотвеченный. И incoming call, это прерванный или неотвеченный тоже. Outgoing, это пропущенный, а incoming, это, наверное, не получился вызов. Я просто пользовался в основном только вот этими двумя пунктами. Outgoing это, скорее всего, пропущенный. Incoming это вообще не было вызова, либо какая-то ошибка. Но основные вот эти две можем менять входящим, изменить на исходящий, исходящий на входящий. Все. Далее, еще одна функция Add a New Call Reader. Это добавить рекорд, это добавить звонок, как будто бы нам кто-то звонил. Пишем какой-нибудь номер, пишем сколько длился звонок, пишем это был входящий либо исходящий, дату и нажимаем дату, например, сегодняшним числом, окей. И после этого add call to log добавляем наш время. Все, выбираем дату, выбираем время, выбираем длительность, нажимаем Add, и после этого наш номер добавился. Хотя мы по нему не звонили. Телефон добавился. Вот этот номер, который я ввел просто наугад. На этом, пожалуй, все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если есть желание, обязательно оставляйте любой комментарий. Всем пока!